сезонный курорт Манжерок. Скажи, дружок, что такое Манжерок? Говорят, тут столько всего интересного. Сейчас мы все это будем исследовать. Да, точно. Горнолыжный курорт. Вот так тут симпатичненько. Похоже на швейцарские шале. Домики. Папа, тут домики шале, между прочим. Вот, смотри, какой дом красивый. Видишь? Вот они тут повсюду. Шале. Детскую площадку. Да, пока там полазим. Бревну колесом. Да.
Не упала. Классно. Ну, расскажи, как тебе понравилось? Да. А теперь куда? Страшно было? А теперь куда? Сейчас решим, куда пойдем. Ну, на бабушкину площадку. Сейчас пойдем. Ой, оно еще там какое-то это. Ноги не оставляют. Уже сияние весело. Сейчас тебя за ноги потянут. Сейчас полетишь и стал за голубями. Давай, боишься? Уи-хи! Можно кричать от радости. Уху, как? Дерзи! Уху! Полет шмеля! Кайфуша! Нам так приятненько! Велеслава, тяни носочки. Классно, Велеслава, прыгать? Сейчас, сейчас, зайка. Все, будешь обязательно ловить рыбок. Да. Пойдешь, пойдешь, Санечка. Сейчас лиса закончится. Смотри, как она классно летает. Слава любит экстрим. Ну да. Пушка. Смотри, как он ловит эти этажи, слушай. То есть я как дома такая, тут водичка. Встань туда, мальчик ловит, и ты будешь так же ловить. Ну сейчас у вас, удочек много тут. Да, 150 рублей рыбалочка, вот там все рубризиком. Сколько стоит? 150. Сейчас ловишь. Будешь ловить рыбку, как мальчик? Одеялись. Ну, сейчас ловишь удочку. Давай пятерочку. Давай пять. Молодец. Как тебя зовут? Сейчас зацепился. Как? Знаешь, как? Что ты скажешь? Мила. Мила, иди сюда, Мила. Да, вставай, смотри, вот у мальчика синенький идет, а у девочки зеленый, да. Ну, умеешь ловить? Смотри-ка. Смотри, как тянет. Смотри, держи. Смотри, у них на носиках магнитики. Вот так вот. Она дома ловит. Смотри, ищи. Вот тут, смотри, закручивает. Опа! Тащи его. Ведерко складывает свои ведерки.
Бери ручкой, снимай его. Снимай. Вот. Смотри, вот. Да. Снова. Дай другую удочку. 15 минут, вы сказали, да? Да? 15 минут, вы сказали? Да. Лабиринт. Теперь пора домой. Всем пока! Пока!